приветствую, дорогие зрители, с вами Дилер, он имени Котик, скажи привет. Приветик. Продолжаем играть в игрушку спорт, тут наше племя, короче, всех потихоньку завоевывает. И у меня вообще есть плохие предчувствия, что они могут где-то пилюлей получить. Потому что как-то у нас вот не все есть, и нам можно только охотиться. Так, давайте, короче говоря, охотой нападаем вот на вот этих вот ребят. Сейчас где-то хотя бы заделаем себе какие-то копья, что у нас только топоры есть. Слышь ты, пацаны, тут, короче, что-то происходит. Ладно, пусть ворует. Да нет. Пусть ворует, потому что у нас отношения уже испортились. Давай, так, пацаны, мочи. Все, валим его. Охреневший, бля. Пришел, все, короче, и пытается у нас еду убить. Так, а ну, в атаку его. А офигевший. Так, это, короче, кто-то и вот сюда он сейчас нападает сразу. На голубых. Угу. Замечен, да. Так, да, нападение чужого племени. Все, ушатали мы, пацаны, это нужно отнести домой. Ага. Так, пацаны. Все, давайте, короче, ни секунды ничего не ждя в атаку. Понимаю, что не все целые там, но если эти на нас нападут с факелами, они нас просто вот вынесут нафиг. Ну, у этих пока еще отношение такое средненькое, но с этим... они сами испортили отношения. Я не был против них сильно плохо настроен. Они такие, мы сейчас придем, короче говоря, и устроим вам здесь попа-боль. Я такой, ну окей, вы сами этого захотели. Тут какое-то нападение вроде бы на нас, что ли, идет или нет? Вот, да, сирени. Так, ну давайте, пацаны, ну, давайте. Нет, подожди, это мы сирени. Да, так, вождь, короче, давай, вот так вот, огненными бомбами фигарь. Оп. Ого, круто. Давай, вождь, давай, работай, вырабатывай, вождь. Это один раз только можно? Да, это один раз только можно. Так, вождь, давай. Давай, вождь, давай, тащи, вождь. Вождь, бешеная голова, ты сможешь всех ушатать. Давай, вождь. Что, нету больше кого? Ну окей, короче, фигарим эту фигню. А, они вернулись, они хотели на нас напасть, но, по всей видимости. Хотели на нас напасть, сволочи такие. Так, фигарьте, короче, эту фигню, но фигарьте ее не все. Так, вот эти вот ребята будут нападать на нас, на вот этих вот ребят. Так, давайте, вырабатываем их. Давай. Бомби их. Все остальные фигарят эту фигню. Так, давай. Вот этого, вырабатываем, ребята. Мочи их полностью. Понимаешь, что вам нелегко. Просто говорю, что нам будет легко. Очень так, легко. Давай. Вырабатываем толпой по очереди. Вот этого мучили, следующего мачиваем. Давай. Домик тоже не забывайте лупить. Там домик потихоньку грузит, смотрю, отлично. Давай. Работаем его. Ну, следующий. Вот здесь кто-то где-то. А, блин, нифига не вижу. Вот он, вот этого, ребята, давайте. У нас там уже один сдох, смотрю. Вообще печалька. Так, все, вроде все передохли. Так, пацаны, толпой фигарим. Ага. Одного мы потеряли, блин, печалька. Где-то у них где-то еще какой-то хрен бегает. Либо он мелкий. Так, что-то я не вижу, надо немножко отдалиться. Не вижу, где-то у них еще один живой вроде бегает. Где он там бегает? А кто бежал? Нет, это зеленый. Еще он туда пошел. Так, давайте, допинывайте. А где последнее племя, честно, не вижу вот никак. Может, слепой какой-то? Ну, вроде бы должно быть еще какое-то племя. Эти стоят такие, типа, ноль эмоций. Типа, ну, следующие, ребята. Да. Убежал. А вот этот бегает на команище, бля. Так, пацаны, мне нужно вообще, чтобы хоть немножко жертвы шли, хотя бы себе одному могли ребенка заделать. Угу. Так, ну, отлично, еще один тотем. Бу-бу-с. Прикольный. Угу. И дождь вот, пошел. Да. Так, отлично. Так, ребятишки. Да, мне кажется, это еще один, по-моему. Угу. Ну, сейчас мы должны, по идее, справиться. Так, домина моя стала еще больше. Вообще шикарно. Шикарно. Я могу еще больше, типа, детяток себе, ну, соплеменников забуцать. Так у меня нифига нету ресурсов на это. Тяжело очень по охоте развиваться, потому что нельзя вот всякую фигню таскать. Так, не-не-не-не. Ребята, ого, нужно, короче говоря, жатву утащить. Жатву, короче, раз все цепляем, то жатву очень много есть. Я реально вижу, что здесь жатвы очень много. В этом отхиливайте все потихонечку и все несем жатву домой. Вот, молодцы. Смотрите, у меня именно подранков безумное множество. Именно еле-еле живых сколько. Вообще кошмар. Так, все берем жатву. Ага. Все взяли и понесли домой. В принципе, я говорил, нести домой, а не жать. Кажется, они все повыжрали. Что-то мне так кажется. Так, и чё? Несёте домой жатву вообще? Так, ладно, в общем, я тогда буду дома вас ждать. Так, смотрю. Можно поохотиться вот на вот этих вот двух ребят. Еще тут на кого-то... А, у меня еще вот это недоуперли. Так, кто у меня халтурит? Смотрим. Наверное, вождь халтурит. Вождь у меня всегда халтурит. Давай, вождь. Иди вот эту вот фигню. Давайте все домой.
все дружно лечимся. Куда пошел? Что, раненый, что ли? Ну, мне нужно четверых еще заделать, и в этом тупите мне безумно, причем. Так, вот ты, вот ты, вот ты, вот ты, вот ты. Пошел охотиться, короче. Пошел охотиться, иди убей их. Иди убей их всех. У тебя хпшки много, иди убей их всех. Так, ты сейчас принесешь, пойдешь тоже охотиться. Давай, давай, давай. Вождь, я жду, пока. Да, я знал, что вождь пойдет на халяву. Вождь идет, короче, налегке вообще. Ужас. Так, ты иди помогай. Но то он иди может. Помогай. Так, вождь сейчас эту фигню принесет. Давайте, по очереди, все помогать. Давай, помогай, 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 помогай. Так, вождь принес, вождь, давай, теперь ты тоже иди воюй. Давай, вождь идет воевать, вы, ребята, идите воевать. Все, все воевать, все воевать, все, все воевать, пацаны. Так, вот ты сейчас, короче, я тоже тут у меня смотрю, закончил уже все свои дела. Ага, так, отлично, тоже иди воевать, жатву носи вообще. Жатву давай носи, нет, воевать, вот ты воевать иди. Так, отлично. Кто там еще, смотри, тоже доносят, ага. Все, уж теперь, смотрю, можно всех поделять смело. Так, пацаны, вот, давайте там доносить, она сейчас сам добьет, короче говоря. Так, носят, носят, носят. Вот вроде бы еда, нет, а не еда. Так, хапайте еду. Хапайте еду. Там немного, но может быть всем хватит. У меня уже 63, кстати. Что-то я туплю. Так, мелкого заделал. И надо бы, что мне нужно. Факелы неплохо. Я думаю, копья возьму. Так, копейки, ага, и факелейки. Так, отлично. А на мелких нихер не хватает опять. Ну, жизнь, боль, в общем. Так, пацаны, вы вот все дружное племя. Идете сейчас мне где-то на кого-то нападать. Не знаю на кого, пофигу. Вот кого-то нужно убить. Пока на меня не напали. Вот это вот жаб. Жабенцы идите, валите. Последнее племя, отношение такое у них нейтральное. Так что пока они на меня еще не нападают, вроде бы. Так, это чари, это наш, наш, вроде бы, да, наш. Так, давайте пинаем, пинаем их, пацаны. Упинали, упинали, еще упинываете, еще вот этого упинываете. Смотри, рыбешки в красном море. Так, еще вот этого упинываете. Так, и жатву, короче, носите все. Ага. Все носить жатву, думаю, догадаетесь, что нужно носить жатву от всех. А мелкого еще не добили. Так, кто у нас без жатвы? Вот сейчас кого без жатвы увижу, тот будет у меня, короче, охотиться. Так, вот вы нифига не делаете, вот мелкого которого убьете. Мелкого убить, мелкого убить. Убить мелкого и отнести его, иду домой. Так, еду домой. Так, смотрим. Еду. Понесли. Так, шикарно. О, там кто-то еще появился. Да-да. Так, смотрим еще. Что мне нужно? Вот ты, 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 короче говоря, копья. Ага. А остальные у меня будут с факелами. Какой еще? Хотя, может, еще пара топоров. Ага. Так, пацаны. Кто мне ничем не занимается? Вот вы. Вы охота. Охота, короче, пошли охотиться. Пошли на охоту. Вы их, короче, ушатайте мне. Ты что такое? Ты чё пришел, блин? Слышь, зеленый! Да, пацаны! Пацаны, зеленые к нам приперлись! Слышь, жатву упер! Вообще охренел! А потом, почему вы на нас нападаете? Пацаны! Толпой! Охота! Мочи. Факелами его, короче, да. Факелами его хреначьте. Вы не факелами, а копьями. Все, отношения у нас испорчены. Окончательно. Жатву он пытался унести. Слышь, офигевшая ты морда, блин. Офигевшая ты морда, так ты эту жатву подними. Давайте жатву домой несите всю, потому что я мелких не могу заказывать. Давайте, 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 жатву домой. Нам сейчас нападут скоро, если вы будете чехлить долго. Ну давайте, блин, еду мне положите, пожалуйста. Вот сюда положи еду. Что ты с ней ходишь? Ложи, ложи быстрее так, мелкого. Сейчас еще одного мелкого и пойдем. Так, что у меня тут смотрим? Копия кто не взял? Кто у меня не взял копия? Какого фига копия не взяли? Так, вот ты и ты, возьмите факелы, наверное, и мне быстрее сжечь всю фигню. А все остальные у меня будут еще копейщики. Так, есть, 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 еще одного мелкого, ага. Так, и того, что по деньгам, 14, 13, ну жрите там кому нужно, в принципе, да. У меня же не вредный. Так, немножко дожидаемся. А, кому нужно, можете пожрать. Угу. Там хпшку поправить, если хоть немножко. Так, какое счастье, да счастье просто неописуемое. Двое потом можно, в принципе, позвать. Так, смотрим. Нападение чужого племени. Ага. Я уже понял. Так, кто у нас нападает? Замечен враг. Ну, где этот враг? Это ж наши все. Ну, где, где, где нападение чужого племени? Я не вижу. Так, я тоже не вижу. Так, пацаны, я, в принципе, морально готов всех там ушатывать. Раз нападение, тогда вот еще топоры возьмите. Ага. Раз не мы нападаем. Так, давайте двое факелистов на топоры меняйтесь. Так, есть, есть, а ты тогда... Нет, 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 прости, 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 копья. Так, давай. Ну иди это нападение чертового чужого племени.
А, вон фиолетовые, ёшки-матрёшки, да, 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 и зеленые злые. Ой-ой-ой-ой-ой, как я их не заметил-то сразу. Так, ну ребята, так давай, ты, короче говоря, тоже бери быстрее мне топоры. Так, топоры. Так, давайте, пацаны, выделяю всех. Сейчас будет эпичный батл. Вот этих вот ребят нужно ушатывать, ага. Так, ну пошли, копьями, пацаны, копьями ушатываем. Копьями. Так, давайте, вот это тоже давайте ушатываем. Топоры, копья, давайте, ребята. Давай, огненные бомбы, бомбы. Так, давай, фигарим их. Только чтобы зеленые не напали. Ну то я знаю этих придурков ненормальных. Давай, копья. Кто там еще? Всех перебили, пацаны? Так, полюбу всех. Или кто-то еще остался? Не, что-то тут еще есть. Но это отступает, смотри, вовсю вообще. Угу. Так, перебили. Ого, фигарим. Давайте, пацаны, всех, никого не оставим живых. Никого в живых не оставим. Так, у меня там один сдох. А, ёлки-матрёшки. Отношения с теми уже печальные. Так, по здоровью. У меня, в принципе, хпшки немного. Ладно, в общем, на атаку. В атаку, пацаны. Пока они не восстановились. Надеюсь, на меня никто не нападет. Так, давайте на вот этого нападем. Так, замечены дикие животные. Плевать. Так, сохранюсь. Мало ли что может быть. Так, и, короче говоря, давайте в атаку, пацаны. Я думаю, что это будет верное решение, сколько тут у них. У них тут пока не фулл состав, там они еще к тому же нападают, надо смотрю потихоньку. Да, ну блин, вот, нападаем. То у нас опять лезут. Давайте, пацаны. Давайте быстрее, там уже на нас идут, мы на них идем. Вождь у них вообще никуда не смотрю, с места даже не рыпается. Ого, сколько наших нет. Так, отлично, так, пацаны, да, вижу нападение на нас. Да. Давайте, пока они там, мы тут, короче говоря, мы не сможем их забомбить. Давай. Давайте, пацаны. Так, отлично, забомбим хоть как-то, хоть кого-то. Давайте вождя завалим их, не. Давайте вождя валим. Сейчас они должны там все бросить сюда идти. Ну давайте, валим вождя, че вы тупите-то? Давайте, пацаны, вот эту фигню валим. Давайте, валим. Так, я немножко домой отберу. Так, короче говоря, вот ты домой, короче говоря, давайте домой. Так, нужно дома помочь. Давайте домой. Домой нужно здесь, короче, отбиться. Да зеленые напали! О, вы че, офигели вообще? Так, срочно домой. Срочно домой, тут дома сарай наш ломает. Пацаны, блин, давайте домой. Так, что у нас там? Там четверо должны справиться. Давайте быстрее домой, это сейчас сарай нас ушатают. Срай. Давайте упинываем их. Эти офигевшие, там напали, здесь напали, блин. Да. Вообще офигели. Давайте, ушатываем их. Потому что эти стоят, короче говоря, вообще толпой нас ушатывают просто. Давайте. Сарай ушатают. Вот этого нужно успокоить. Смотри, сарай шатает, стоит вообще в наглую. Давайте, пацаны, давайте. Блин, все вообще. К черту все. Так, ушатываем. Вот этого ушатываем. Офигевший стоит, блин, вообще зашатает все. Да. Так, давайте, пацаны. Добить любой ценой. Из сарай, чтобы кто-то чинил, не остался здесь. Ну, давайте, допинываем их. Давай, вот этого тоже. Вот этого тоже допинать надо. Там птичи, смотри, все повозрождались. Ой, сейчас будет печалище. КПХи вообще нифига нету, блин, нифига нету. А, блин, да нападите вы на него. Че, я не попадаю по нему, что ли? Вот последнего дошатайте. Давай. Все, добили. Так, чинить дружно. Там еще один есть или нет? Вроде бы уже нету, все. Чинить сарай, черт побери. Блин, там не добили, тут не добили, блин. Эти еще на меня лезут нападать походу. 4 из 12. Забабаха, ребеныш. Да не могу, это охотой нужно забабахать. Вначале эту фигню починить надо. Так, тогда вот вы двое пошли быренько на охоту. Давайте, пошли быренько на охоту, потому что вообще печаль. Смотри, уже нападают это всюду. А че побери, они вдвоем сговорились против моего племени. И чудят просто. Так, давайте, охота и домой тащить все. Так, и давай, добивай его, короче. Добивайте его. Добивайте и домой жатву нести. Ага, давай жатву домой. Понесли жатву домой. Так, починили? Нет, еще не дочинили. Давайте чиним, пацаны. Шустрее чиним, и надо будет нападать на кого-то из либо тех. Потому что это вообще печалька.
Давай. Давайте, отхиливайтесь, короче говоря. А вот тут пожрать принесли. Давайте, пошли все пожрать. Немного, но, блин, что есть. А, вообще единичка только есть. Кто не успел пожать, тот не успел. Так, пошли раз сами себя зажадвой. Так, какое счастье, кто-то там у меня родился. Да, вообще неописуемое счастье просто. Так, надо было вообще мне брать, наверное. Блин, мне разломали мою эту фигню. О, боже. Блин. Это вообще не очень круто. Так что можно только копьями вооружить наших. Это вообще не есть круто. Так, надо еще на кого-то охотиться. На кого можно поохотиться? Вот на вот этих вот мелких. Так, кто у меня не охотится? Кто у меня на халяву бегает? Че вообще на халяву бегаете, блин? Так, вот вы, блин, халявщики. Вот вы толпой пошли и убили вот этих вот всех. Давайте, пошли и убили. Быстрее пошли и убили, блин. Давай, и ты иди убивай. Ну, иди вот эту хрень убивай. Сейчас скоро на меня опять нападут, а у меня нифига нету. Так, давайте, принесли еще. Давай. Понимаешь, ужать нечего, времена тяжелые, блин, кому сейчас легко вообще? Так, давай, че мы морозимся? Вот иди убивай. Иди убивай. Я сейчас нападу, блин, вообще скоро. Так, 16. Да, как-то не очень, они спешат вообще взрослеть. О, сколько лет? Так, мелкие, денег нифига нет. Так, че вы жатву не носите, полбесы? Че налегке бегаете? Так, вот вы, за жатвой давай, жатва, вот, понесли. Вообще не слушается. Да пипец просто. Слышь вы, вот вдвоем вы чего шаритесь? Иди убивай. Убей их всех. Можешь купить ребеныша. Так, могу уже даже двоих. Так, отлично. Сейчас еще догребу немножко. Мне еще... О, отхилился. Покупай. Сейчас мы пойдем нападать. Я сейчас нападу, скорее всего... Блин, вот не знаю, надо будет засейвиться перед тем, как нападать. Потому что это фишка, я хрень. Я нападу, а мне хату вынесу. Да, ребенка только сделал. Меня же тех почти уже ушатало, мне взяли, вот хату ушатали. Так, еще одного. Че вы, блин, зашарили все? Офигели, что ли? Нерабочие. Офигели, что ли, блин? Давайте жатву носите. Блин, ну ты и так нес, ты бы мог так отдаться, ну, блин. Какой-то ты глупый вообще у меня. Глюпи, кот. Так, кто у нас шарится? Так, смотрим. Из этой толпы, короче говоря, вот это вот все стадо. А, блин, тяжело будет выделить. Так, ладно, вот вы втроем на охоту. И вот вы вчетвером на охоту. Долбанная стратегия. На ранних этапах эта игра вообще другая. Тут это вообще все по-другому. Да. Так, давайте. Пока врагами никто на меня не нападает. Так, здесь у нас 6 из 9, здесь 6 из 12. На этих ойках нападать надо, на этих ойках нужно нападать. Так, пацаны, давайте, резче. И все, кто у нас, короче говоря, ничем не занимается, вот вы, братва. Я имел в виду копия. Так, копия. Остальные жатву несите. Вы там поубивали их всех, хотя бы мясо домой принесли, нет? Да нет, конечно. Хоть бы мясо, блин, домой принесли. Не жлоды. Давайте, короче говоря, все за копьями. Фиг с ним, будем туда без топоров. Будем туда дальним боем всех атаковать. Не знаю, насколько это круто, то сохранюсь перед вот этим вот всем действием. Может, я часто сохраняться начал, но, блин, во всяком случае, хотя бы выживу, может быть. То есть заделать. Потому что сейчас сдохну, и потом, если не сохраняться, то это будет черти откуда все. Так, ладно. Ну, с Богом. Синие, зеленые, вот это фиолетовые, зеленые на кого? Фиолетовые, ну, на фиолетовых, конечно. Так, давай. Так, пацаны, толпой. Толпой, короче, пошли. Ого, и объясним им, что они были неправы. Давайте, пацаны, пошли. Зеленые могут, кстати, на нас напасть, если они прохавают эту всю фишку. Ну, а если они тупенькие, то нет. Ну, если тупенькие, то нет. Ну, кто знает, что тупенькие они или нет. Так, давай. Зеленые. Я вообще их, блин, не видел никогда. Только не нападайте, я вас умоляю. Там у них раз еще не все племя что восстановлено. Дети уже начинают расти. Когда дойдут, уже печаль, вижу, 18. Так, давайте, копейщики. Копьями сейчас накидаем его вождю всем в гриву. Давай, родимые. Мы сможем, мы справимся. Там своих хпшка уже повосстанавливалась у наших потихонечку. Они вообще... А эти, видишь, опасные. Если они ко мне придут, то это будет печалище просто. Так, давай. Копьями, пацаны. Закидываем их всех. Вождь, бомбы, вождь, бомбы. Так, давай. Копья. Отлично. Никто не уйдет. Никто не спасется. Вот этого, пацаны. Так, давай, копья. Отлично. Дальше. Валим всех. Так, смотрим, уже 8. Потихоньку вздыхаю. Так, вождя. Чтобы никуда не ушел. Так, зеленые пока еще не нападают на нас. Планета Редисон, блин. Так, ушатали. Прикольно, так, смотрим дальше.
Так, следующий. Кто там остался у нас? Так, где? Где-то они еще бегают. Вот бегают. Так, пацаны, вот этого. Давайте, вырабатываем его. Ну, киданите же вы в него копьями, блин, с этой толпой. Так, у меня уже минус 2. Там кто-то у меня жопу, по идее, дома тырит. Так, давайте, пацаны. Давайте. Я пока одного заделаю, ребятенка. Давай. Пока мы тут суть до дела. Так, давай, я возвращаюсь обратно. Пошли, я тут, пацаны. Я с вами. Так, что мы сможем? Так, давайте фигарим дом. Всех перебили, давайте копьями. А, нападение чужого племени. Блин, может успеем, они еще вроде бы не нападают. Зеленый. Давайте, пацаны, быстрее. Толпой. Ну, во всяком случае, если они не нападают, то у меня еще время, может быть, есть. Я, по идее, успею подойти. Зеленые вроде бы не нападают особо. Не, ну потихоньку грызут, как бы. Так, там никто не чинит вообще, случай. Не, вроде бы никто не чинит. Понятно. Давайте. Не, вроде бы нет никакого нападения чужого племени. Это, блин, хорошо, если хорошо. Если не хорошо, то не хорошо. Эти копья такие дикие, такие долгие, блин. Замечены дикие животные. Да, это опасные, ну, по 2 единички там, этих запасов, пофиг вообще. Давайте, блин. Вы тупо стоите, нифига не делаете. Ой, мне это не нравится. Ощущение, что один вождь у меня тут всем занимается. Так, мелкий там заделался. Блин, хорошо, тогда я мелкого запрягу охотиться. Пока там все наши хренью занимаются, так, мелкий. Пришло время доказать, что ты настоящий воин. И убей всех, короче, кого там, вот этих убей, иди. Давай, иди убей их. Ты же настоящий воин. Пока племя охотится, вот племя там доохотилось. Круто. Племя доохотилось, вот и отлично. Да, молодцы. Просто красавчики. Опа. В общем, спасибо, что вы смотрели, для вас сыграли и комментировали Дидеронами не котик. Если вы на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, заглядывайте на мой второй канал, ссылка будет в описании. Там тоже есть прохождение спора. В общем, можете его тоже посмотреть, там было интересно. Всем до скорых встреч и пока-пока. Пока.